В Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха кипит работа. Взрослые и дети мастерят скворечники 39 сантиметров высотой, 19 глубиной, ширина не менее 24. Новые домики для пернатых обитателей Подушкинского лесопарка собираются по нормативам. Именно в таких правильных, а значит комфортных жилищах птицам предстоит гнездоваться. И это не шутка. 1 апреля – Международный день птиц. Руководство спортивного парка совместно с Одинцовским краеведческим музеем проводит акцию в помощь пернатым и на радость детям. Все наши гости парка уже знают, то, что 1 апреля у нас не до шуток. Мы действительно серьезно колотим скворечники. Мы действительно хотим подарить теплый дом, уютное гнездышко для жителей нашего парка. У нас действительно на территории парка очень много птиц, которые занесены в Красную книгу, которые постоянно к нам прилетают, радуют гостей наших фотографиями. То есть в любом случае дети знают, что здесь очень много животных, и они всегда с очень такой хорошим настроением приходят это делать. Дятлы, скворцы, синицы, поползни – новые домики предназначены преимущественно для этих видов. Хотя в парке птиц не счесть. О красотах и разнообразии Подушкинского леса повествует фотовыставка, которую подготовила сотрудник молодежного центра из Больших Везем Ксения Саварцева. Весна – самое время строить семьи, поэтому семейным подрядом гости парка создают уютные жилища для пернатых друзей. Просто приехали погулять, а тут вот такое событие. Ребенок попросил поделать скворечники, вот и делаем. А насколько сложно мастерить скворечник? Совсем не сложно, имея чертеж. Сейчас весна, сейчас птицы, те, кто перелетные, они возвращаются из теплых стран. Да, те, кто здесь находились. И вот все они вместе начинают основывать вот свои маленькие, создавать семьи, да, и пары. И ищут себе место для будущего гнезда. Кто-то гнезда вьет, кто-то селится в дуплах. И вот для тех птиц, которые любят селиться в дуплах, мы привлекаем их внимание на нашу территорию именно вот этими искусственными гнездовыми. Пока расписные домики высыхают на солнышке, участники акции разбиваются на бригады, а затем отправляются в лес. В этот раз зона охвата сместилась вглубь парка, туда, где не хватает или полностью отсутствуют скворечники. По словам экологов, новые жилища должны быть грамотно рассредоточены, чтобы птицам было комфортнее гнездоваться. Новый птичий микрорайон – это 50 скворечников, в которых уже совсем скоро появятся новоселы. Мария Подъепольская, Евгений Муравлев, телекомпания «Одинцова».